Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Джан Йиман всегда был выдающейся личностью в журнальном мире. Актер, каждый шаг которого был событием благодаря своей красоте и харизматичной позе, взорвал повестку дня, как бомба, своим заявлением для прессы. Общаясь с журналистами после мероприятия, он открыл старую записную книжку, он упомянул сообщение, которое Димет Аздемир отправила своей бывшей девушке. Журналисты сразу же насторожились, услышав эти слова из уст Джана. Глаза у всех вдруг загорелись, это определенно была главная новость. Это послание, появившееся несколько лет назад, было снова внесено в повестку дня с напоминанием Джана, хотя это был давно забытый вопрос. Джан с легкой улыбкой на лице сказал: «Ты помнишь это сообщение?» Все думали, что Димет забыла, что сказала бывшей девушке. «Но некоторые вещи нелегко забыть», — сказал он. Эти слова шокировали и прессу, и поклонников Димет. Интересно, заявление Джана расчесывало старые раны или это была шутка? Журналисты стали задавать больше вопросов, чтобы узнать правду, стоящую за этими словами. «Мистер Джан, что именно это было за сообщение? Что сказала Димет в этом сообщении?» Джан пожал плечами и сказал: «Это сообщение осталось в прошлом. Но есть некоторые вещи, о которых не хотелось бы, чтобы люди забыли». Димет показала, насколько она сильна в этом послании. Эти слова вызвали множество вопросов в умах прессы. «Кто был твоим бывшим? Что было в сообщении?» Почему Джан почувствовал необходимость поднять этот вопрос именно сейчас? Все эти вопросы на следующий день попали в заголовки газет. Димет Аздемир глубоко вздохнула, услышав об этом заявлении. Ему не нравилось заново открывать книгу, которая случилась и была закрыта много лет назад. Однако ему также было интересно, чего добивался Джан, делая это напоминание. Между ними была давняя дружба, но были ли границы этой дружбы раздвинуты? В тот день Димет тихо сидела дома и думала о причине вспышки Джана. Было ли это сообщение о ее бывшем действительно таким важным, как она думала? Или Джан просто хотел немного развлечься? Эти вопросы, которые постоянно крутились в голове Димет, напомнили ей истину: тени прошлого могут иногда появляться перед вами, когда вы меньше всего этого ожидаете. Об этом заявлении Джана Ямана долго говорили в журнальном мире. Однако настоящее лицо инцидента осталось только между Димет и Джаном. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.